Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Это видео обзор клетки для попугая Беруры. Наш попугай Рома живет в просторной клетке 50 на 80 сантиметров. В клетке имеется три жердочки и качелька. Также есть две кормушки, одна с сухим кормом, а во вторую я кладу теплую кашу, творог и банан. Привязываем яблоко, которое Берура очень любит клевать. Оставляем Роме погрызть картонную коробочку. В распоряжении попугая мелок и песок для птиц. В клетке есть большая поилка на случай, если попугайчик захочет намочить голову. На ночь клетку мы накрываем, чтобы Беруру не будили ранние солнечные лучи. Попугай Рома спит в углу клетки на самой высокой жердочке. В клетке достаточно места, чтобы перелетать с жердочки на жердочку. Убирать клетку легко, так как присутствует съемный поддон. Во время уборки попугайчик пытается протиснуться в щель после выемки поддона. Попугай любит простор, полет и общение с людьми. Поэтому, как только кто-то приходит домой, он сразу выпускает Рому из клетки, чему попугай очень радуется. Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И до новых волнующих встреч, друзья!